Неповиновение Ясмин, снайперская винтовка из рейда Гибель Короля может выпасть вам с очень даже любопытными перками не только для ПВЕ активностей, но и для сражений против стражей в Горниле. Для ПВЕ нас должны интересовать перки стреловидный тормоз в первом столбце, увеличенный магазин во втором, а вот в последних двух столбцах у нас прям напрашивается связка наведения огня в команде, ансамбль и линия огня. Первый повысит удобство и скорость, если рядом находятся союзники. Второй будет увеличивать урон от прицельных выстрелов, если рядом с вами находятся двое или более союзников. Бонус, кстати, не слабый, плюс 20% к урону. Если вы играете в соло и перк на командную игру не особо про вас, вам понравится стрижающее оружие в последний столбец для увеличенного урона по боссам и технике. Да, всего 15%, но зато самодостаточный страж. Для ПВП давайте подбирать следующие перки. Удлиненный ствол, высокоточные боеприпасы, быстрый прицел и первый выстрел. Первые два увеличивают дальность стрельбы, что в свою очередь увеличивает вашу помощь в прицеливании и облегчает наведение прицела на врага. А перки в крайних двух столбцах позволят быстро целиться и точнее делать первый выстрел. Вот подборка перков, спасибо за просмотр и услышимся в следующих роликах. Кстати, эти короткие видосы на Бусти выходят раньше, а иногда и вовсе в эксклюзивном доступе. Ссылку на Бусти ты найдешь в описании.